Зарайском селе Макеево завершается благоустройство дворов 1, 2 и 3 домов по улице Железнодорожной. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В ходе мониторинга работ по благоустройству глава округа встретился с местными жителями, чтобы обсудить недочеты и в присутствии подрядчиков оперативно их устранить. Здесь благоустройство двух дворов. Что сюда входит? Сюда мимо дворов еще входят и две небольшие детские игровые площадки. Это асфальтобетон с резиновым покрытием. Это было сделано чуть пораньше, они сегодня завершены полностью. А сегодня идет благоустройство асфальтобетона всей территории. То есть все дорожки, тропинки, стоянки. Это две больших территории, не маленьких, но практически один двор уже завершен. Рабочие заасфальтировали тротуары и входы в подъезды, обновили детские игровые площадки. Осталось установить скамейки, урны, видеонаблюдение и смонтировать освещение. Работы планируют завершить в самое ближайшее время. Если брать вообще по программе этого года, то у нас 8 дворов на этот год. Хочу сказать, что осталось сделать? Это поселок Масловский, там ведутся работы, и первый микрорайон в самом городе. Что там работы немного осталось, недолго, и сегодня погода позволяет. У нас еще есть, наверное, неделя, полторы времени для того, чтобы завершить полностью все работы. Строители нам обещают, что все будет завершено. Мы склонны им верить, потому что видим, что работы ведутся. То, что закроют вовремя, это точно. Ольга Жолдева, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.